20 числа в городе Харькове на площади Свободы пройдет мероприятие под названием «Битва городов». Оно пройдет по всей Украине. Оно будет транслироваться в прямом эфире, и вся Украина, собственно. И 21 числа уже будет принято решение на уровне Кабинета министров, в каком городе Украины пройдет финал Евровидения 2017. Мы надеемся доказать, что мы готовы принимать этот форум европейцев, всех гостей, участников, журналистов. Их приедет порядка 20 тысяч человек. У нас есть все необходимое, инфраструктура, начиная от аэропорта до гостиниц. У нас есть самая большая площадь в Европе. И самое главное, что у нас есть люди, которые с радостью будут ждать этого мероприятия и, конечно же, покажут, на что действительно способен Харьков в плане гостеприимности и позитивных эмоций. Я люблю свой город за то, что у него есть такая душа, которая нет, пожалуй, ни в одном городе Украины. Это молодая душа, это позитивная, это то, что в Харькове просто очень много студентов, и они действительно, каждый любит тот город, в котором они или учатся, либо живут. Поэтому Харьков – это действительно город, в который хочется возвращаться всегда, в котором хочется быть всегда. Мы помним Евро-2012, приезжали много голландцев, которые, когда уезжали домой, оставляли слова благодарности о городе Харькове и, конечно же, рассказывали своим родственникам, друзьям о том, что Украина и конкретно Харьков – это прекрасное место.